Всем привет! Сегодняшнее видео будет не совсем соответствовать тематике канала, но тем не менее я считаю, что эта информация должна быть интересна многим. А именно, как же можно посмотреть теги, которые автор видео прописал, и какая же у него партнерка. Если вы не знаете, что такое партнерка или теги, то я думаю, не стоит вам дальше смотреть это видео. А делается это очень просто. Вот я открыл свое видео. Какая у нас зима была 29 января. Ну и сейчас то же самое. А делается, короче, это очень просто. Нажимаем комбинацию клавиш Ctrl-U. То есть держим кнопку Ctrl и нажимаем английскую букву U. И мы видим исходный код страницы. Для неподготовленного человека это вообще какой-то ужас, какие-то точки, символы и еще непонятно что. Мы листаем этот код до строчек вот этих. Стоп, вот этих. Meta Property Og Video Tag. И вот здесь вот пошли теги. Вот я здесь прописал зимние, покатушки, велик. И вот хитрый тег. Это я прописал специально для съемки этого видео. Вот, короче, вот так вот смотрятся теги. Партнерка же смотрится немного ниже, но, если честно, она не почему-то отображается, я не знаю почему. Иногда нету вот этого вот. Иногда есть. Но, тем не менее, смотрится тут. Если вот у того, у кого вы интересуетесь, будет вот примерно такой же набор символов, это значит, что у него официальная партнерка от YouTube, так же, как и у меня. А если же будет писать Air, значит Air или там VSP Group или как там UT Partner. Ну, в общем, суть вы поняли, да? Еще здесь можно открыть превью видео. То есть та картинка, которую автор выставил, которая отображается перед просмотром видео, пока вы по нему не кликнули. Например, в соцсетях. Вот это смотрится вот этих вот строчках. Но я не уверен, что оно будет работать во всех видео, так как у меня автоматически все публикуется на Твиттере и на Фейсбуке. Это, я думаю, из-за этого у меня есть вот такая вот строчка здесь. Мы просто берем вот этот вот адрес полный, вот что в кавычках. Копируем. Вставляем в новой вкладке и грузится, ну же. Вуаля. Вот такую вот я превьюшечку ставил для этого видео. Ну что же, вот и все, что я вам хотел сказать. Если вам видео понравилось, то ставьте лайк. Если же не понравилось, ставьте дизлайк. Комментируйте, почему не ставите. Почему поставили дизлайк. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Мой паблик. Всем пока!